Я вызвался помочь, потому что это правильно. Но я не... Тебя призвали, и ты ответил на зов. Тебе легко говорить. Бороться со всей этой нечистью твое дело. Лия, давай найдем твоего дядю. Сначала мы должны открыть ворота собора. Стражи заперли их еще до того, как попали в засаду. Рамфор сказал мне, что им удалось добраться до хижины Адрии. Должно быть, ключ все еще там. Сюда. Я открою ворота. Адрия – моя мать, но мне мало что про нее известно. Она умерла, когда я была совсем маленькой. Меня воспитал дядя Декарт. А твой отец? Мне сказали, он был великим воином. Он исчез, когда Тристрам пал под натиском демонов. Тут есть подвал. Спускайся за мной. У твоей матери было много мрачных тайн. Поговаривали, что она была ведьмой. Но я никогда не верила слухам. Капитан Далтин? Терпение. Вот ключ и дневник мамы. Меня обеспокоило то, что я успела в нем прочесть. Я должна больше узнать о ней, но это может подождать. Сначала мы должны спасти дядю Декарда. Я займусь этим. А ты оставайся здесь и постарайся узнать побольше. Спасибо тебе. Вчера вечером ко мне приходил Айден. Тяжкие думы одолевали его. Я утешила его, как умела.